В белорусском городе Гродно одной из школ присвоено имя героя-подпольщика из Чувашии. В июле 1941 года военный инженер-строитель Николай Волков создал первую в истории Великой Отечественной войны подпольную антифашистскую группу. Профессор Чувашского госуниверситета Владимир Васильев давно занимается исследованием биографии Николая Волкова. В этом году ему удалось побывать в Гродно, где работал подпольщик. Николай Волков родился в Маргаушском районе, участвовал в Советско-финской войне, а сразу после нее попал в Белоруссию на строительство оборонительных укреплений. Когда началась Великая Отечественная, он оказался на территории, занятой врагом, и основал подпольную группу из 12 человек. Просуществовала она недолго. В феврале 1942-го Волков вместе с женой Варварой Шапошниковой и четырьмя товарищами были расстреляны. Но подполье и партизанское движение в Белоруссии уже работало вовсю. Все это есть в архивных документах. Именно они и легли в основу будущего фильма о нашем земляке, герое Великой Отечественной. И я хочу подчеркнуть, что он строго документален. Он основан только на тех документах, которые есть, сохранились в архивах или в тех воспоминаниях, которые опубликованы. Напомним, Гродно – один из четырех городов-побратимов столицы Чувашии. Видеоочерк о том, каким стал наш белорусский собрат, Владимир Васильев обещает подготовить в ближайшее время.